Супер. Тут несколько буквально осталось. Видите, урон никакой не получаю. Единственное, что он сейчас может сделать, это пробить мой щит. Так, откуда он палит там? Ну-ка, давай-ка, золотой. Ну, меня постреляй немножко. Не хочет. Видите, не хочет. Но сейчас от взрыва. Ну, нет, даже на щит это никак не повлияло. Так, что мы здесь ищем? Будем ли искать здесь ящики какие-нибудь? Они, по идее, здесь могут быть. Нас же нужно вознаградить за то, что мы столько дронов уничтожили. Ну, видите, я заблуждался. Я заблуждался в этом. Ничего здесь интересного нет. Смысла бомбить электроузлы также нет, он отсутствует, потому что ни опыта, ни денег вообще ничего не дают. По такой же схеме работаем и в этом комплексе. Также вот эти модули разбиваем, уничтожаем. Тревога. В бункерах включаются кинетические барьеры. О-оу. Вот это печалька. Наш напарник умеет сами кинетические барьеры разбивать, либо это только мне придется делать одному. По всей видимости, мне одному придется. Уничтожаем. Модуль ВИ. Hell yeah! Последний остался, и можно отсюда убираться. У нас останется только третий бункер. Жду не дождусь, когда до него доберусь, потому что операции монотонные, одно и то же. Но вполне возможно, что нам здесь каким-нибудь образом задачу усложнят вот включение этих модулей. Так. Тут тоже все окей. Может, в этот режим перейти? Почему нет? Быстрее же все получается. Там все равно энергию наберем. И с этой стороны. О, да. Второй из трех вычислительных блоков, содержащих ВИ, отключен. Это круто, ребята. Поэтому возвращаемся сейчас. Все разбиваем. Усталость не дает нам бежать вперед. Поэтому так, небольшими перебежками, мы будем добираться до выхода. Так, подождите, я потерял выход. Где он здесь был? А, правильно, здесь нагромождение такое было. Мы по бокам с ним ходили. А вот тут самый выход находится. Ну, чуть дальше, оказывается. Замечательно, замечательно. Так, ничего здесь не пропустили с вами, да? Все забрали, все ящики вскрыли. Выбираемся отсюда. У меня, кстати, есть еще две гранаты. Садимся в наш транспортер. Так, тут мы задом сдавали. Значит, по-моему, в эту сторону нам нужно явиться. Вот еще одна консоль входа. Выходим. И да пребудет с нами удача, друзья. Карта местности. Вот, бегать. А, все правильно. Кинетические барьеры-то везде включились. Тут какие-нибудь шкафчики есть. Да, вот один защищенный ящик. Ну, конечно, ручное отключение. Зачем тут? Ай-яй-яй-яй-яй! Пожалуйста, 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 пожалуйста. Успей проскочить. Успею. Время-то достаточно. Средняя броня. Человек, Титан 4. Вот Титан 5 был вообще замечательно. Здесь, думаю, тоже ничего... Ух ты. Так бы можно было и опростоволоситься. Так, опыт набиваем себе и проходим дальше. Стоит ли... А, сейчас сохраниться нам не дадут. Ух, я, честно говоря, переживаю, что... здесь посложнее может быть. Ладно, тогда сейчас пробиваем вот здесь. Еще проходим. Вон они уже. Так, включаем барьер. И суперспособность по уничтожению этих дронов. О, да. А многоватенько их будет. Ух, это что такое было? Это гранатометчики, что ли, здесь? Так, срочно, срочно, срочно восстанавливаем щиты. Нифига, это, по-моему, красный. У меня там еще перегрев был. Ёлки-палки. О, да. Ну, всем мало досталось, слава богу, все живые. И я живой. Фух, новый уровень. Давайте распределять очки. Так, здесь единство. Можем еще посмотреть, открывает умение подъем. Но он есть у Кайдена. У Кайдена Ленка. Может быть, оно нам тоже пригодится. Дробовики, расправа. Нет, дробовик вообще качать не буду. Но буду бегать с пистолетом. Боевая подготовка. Прилив адреналина. Второго уровня.
Сбрасывает время восстановления всех навыков, позволяя использовать их незамедлительно. Время восстановления уже 90 секунд, снижение точно 30%, а здесь 120 секунд. На полминуты быстрее все восстановится. Ладно, сейчас до этой способности мы обязательно доберемся. Эшли Уильямс, автораспределение, и Кайден Аленко тоже автораспределение. Движемся с вами далее. Нам снова нужно попасть в те помещения, где расположены модули виртуального интеллекта, и снова их отключить. Да, смотрите, прибавилось. Ну, быстрым доступом к умениям я так, честно говоря, не очень активно ими пользуюсь, разве что активация умений меткой стрельбы нашего пистолета. А какие тут, кстати, во втором слоте у меня? Второй, третий слот. У меня биотические умения, это восстановление и пятый барьер. Ну, надо просто в голове постоянно держать, что можно им пользоваться, хотя, честно говоря, выгод, ну, прям совсем таких очевидных выгод от того, что я ими пользуюсь, я не вижу. Все равно через меню доступа к умениям можно остановить время, спокойненько оглядеться, осмотреться и так далее. Так, тревога. Производится включение дополнительных охранных дронов. Вот вам и прикольчик, друзья. Что же делать будем? Так, еще один модуль будет. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же плохо-то. Так, еще один готов. Уничтожаем. Да. И вот здесь мы можем взаимодействовать с чем? Пост передачи данных. Данные передали. Или просто мы этот предмет изучили. Так, побыстрее, 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 побыстрее. Умение заканчивается. А вот и боевые дрончики здесь с этой стороны будут у нас ждать. Ладно, для этого у нас есть... Или восстановится сейчас? Атакуют нас через этот барьер. Но не готовы, во всяком случае, атаковать. Тут совсем немножко. Да ладно, черт с ними. Сейчас просто восстановим, сбросим все эти умения. Сделаем барьер. Потому что, мало ли, там дрон-гранатометчик будет. Будет вообще печалька. Вот этот красный, по-моему, самый опасный. И дальше, пока есть возможность, бомбим все эти модули. Ну давай, быстрее. Хватит еще заряда на эту. Хватило. Ах! Тут, конечно, немножко не повезло. Перегреваться гораздо сильнее стало. Вот как-то так. Отключилось умение меткой стрельбы. Импульс белого шума почти оглушает вас. На экране вашего шлема вы видите группы нулей и единиц. Так, вижу. Все повторяется снова и снова до тех пор, пока они вспыхивают, чтобы затем погаснуть индикаторы последнего блока ВИ. Получена специализация. Ваша специализация заменит ваш основной класс в разделе умений меню отряда. Значение умений вашего класса переходит в вашу специализацию. Бонусы получаем при каждом новом уровне специализации. Можно посмотреть в меню отряда. Ну, вроде бы все более-менее предельно ясно. Итак, у нас есть ударный боец. Это бойцы, которые превосходно натренированы, что позволяет им безукоризненно справляться с любыми боевыми ситуациями. Увеличивает здоровье, увеличивает защиту от урона. Усиливает умение иммунитет и барьер, усиливает умение прилив адреналина. Но насчет умения иммунитет не уверен, что у нас такое есть. Да, вот увеличивать здоровье и защиту от урона, это в принципе неплохо. А мститель давайте посмотрим. Мстители, специалисты в области биотики, использующие поля эффекта массы для нанесения большого урона противников. Увеличивает длительность урона всех биотических навыков, усиливает деформацию, усиливает подъем. Подъем тогда нам нужно будет прокачать. Ладно, наверное, это возьмем. Хотя заманчиво выглядит предложение увеличить здоровье и защиту от урона. То есть ударный боец. Что лучше? Ну, выберем мститель. Более близко нам по классу. Биотические умения будут гораздо лучше. Гораздо лучше они нам подойдут. Поэтому давайте теперь отсюда выбираться. Сейчас посмотрим, что у нас тут с заданием. Так, вот, неисправность ВИ выполнена. Поэтому можно будет уже отправляться на Нормандию и приступать к новому дополнительному заданию. Так, вперед, дорогие друзья. Да, здесь придется тем же маршрутом проследовать обратно. Но уже радует тот факт, что мы с вами большую часть работы выполнили. Определиться нужно будет нам с очередным заданием. Там, насколько я понял,
Побочных квестов еще интересных есть два. В остальном там поиск полезных ископаемых, там эмблем и так далее.